Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обновилось серверное время, и я решил позабирать некоторые плюхи. В общем, вот так вот, если вы видите, у меня есть 10 камней уже на английском сервере. Соответственно, напишите в комментах, как вы думаете, какого героя мы первым протестируем на 10-10, и которого вы хотите увидеть с 10-м талантом, потому что мы уже можем это на английском сервере сделать. Плюс, как обычно, видите, куча разных плюх. Все для доната, хотел так сказать, оно так и есть. Все для доната, а не для бездонов. В общем, идем на русский сервер, посмотрим, что у нас на русском сервере есть, потом вернемся, пооткрываем плюхи, забежим еще на Тайвань. Вы напишите коммент, обязательно поставьте лайк и подпишитесь, если не подписаны. Так, карта богатства, парящий остров, ничего интересного, ничего нового у нас нет. Набор, день, войди в игру, базар, набор накопления, цветущие бонусы, разбей яйца. И все, что ли? Короче, не добавили нам акцию. Вот бонус накопления. Ребята спрашивали вчера, вот за полпака вам еще бонусом такие вот плюхи придут, поэтому кто будет брать здесь большой пак, можете его забирать. Два камешка. В общем, ничего интересного. Ничего интересного нет. Так, окей. Короче, как обычно, халявную акцию с Вольтом на русском сервере просто не дали. Кто не знает, что за халявная акция, зайдите, посмотрите пару видосов назад. В Тайване и на английском сервере я делал обзор. Акция, в которой можно было выиграть и Космо. Но на английском сервере пофиксили это, но на Тайване здесь мы вытащили и Космо, и Вольта. Короче, жесть. Так, что у нас на Тайване? Возможно, завтра добавят будний день, но я в этом очень сомневаюсь. Наверное, точно так же, как и вы. Так, что у нас тут? Пират тот же. Парящий остров. Это бонусами. Кто-то, судя по всему, так много написано, скорее всего, за донат. В общем, печально. Я, кстати, нахожусь в новой гильдии Валас на Тайване. Кто играет, кидайте заявочки, вступайте. Сейчас покажу, как связаться. Вот так вот, пропуск ПК-кик, заявки принимаются через телел. Пишите, кидайте заявочки, вступайте. Тайванский сервер, в общем, welcome. Что у нас тут по битве гильдии сегодня? Ух ты, проходит. Ну, это нормальное явление уже. Я бы сам это слиться на такой расте. Надо зефирку доставать. В общем, вот так вот, ребятушки. На Тайване тоже ничего нету. Но было. На русском сервере как не было, так и нет. А, кстати, не зашел, не посмотрел, есть шары или нету. Или вечером добавят. На английском то добавили сразу же в день. Короче, все как обычно. Может, попозже чуть-чуть откроют, ну не знаю. Русский сервер это... Это русский сервер. А, так, что у нас тут по акциям интересного есть? А,
Так, давайте сыграем. Яйца можно пооткрывать. Ничего себе, вторую карту вытащили. Зачем только она здесь, я не знаю. Так, зафармили мы здесь все. Я так и забыл, кстати, зафармить. Давайте попробуем еще. Вот есть найм героев. Вот такой вот найм. Попробуем с вами вытащить хотя бы 10 осколков оба, посмотреть, как он падает. Махатма, еще Махатма, Фрейка, Командорка, ну видите, по 40 осколков, еще одна, 2 Фреи, 3 Фреи, а ну без целой, ну, так, Командорка, Рогатка, Некрос, неплохо, еще один, а ну без целой, Фрея четвертая, Некрос, Махатма, Вольтик, ну 20 осколков всего Вольта дает, жесть. Фрейку мы собрали, Командорку и Махатму собрали тоже. Вот смотрите, в основном Командора, Фрея и Махатма здесь падает. Ничего другого просто не дает. Анубис. Да, шанс, конечно. На остальных героев никакое. Рогатка второй раз, по-моему. Смотрите, Командора. Не, Рогатка еще раз. Командора. А, нет, вот Вольтик выпал второй раз. Третий раз. Махатма. О-о-о! Нифига себе, ребята. Целая зефирка, блин, выпала нам за... Тут я говорю целые 5 осколков. Но это, конечно, очень большая редкость вытащить отсюда этого героя. Жесть. И Анубис. Ну вот так вот. Так, забираем плюшки, какие у нас тут выпали. Так. Что у нас тут еще есть интересного? Осколков нету. Вот 5 штучек забрали. Отлично. Что у меня там по зефирам уже? Плюс 10. Ну, 4 зефира, ребятушки. Уже 4 зефира у нас есть. Вот так вот. Так, шоппинг-спри сегодня, кстати, есть. Сейчас зайдем, посмотрим, что тут есть. Тут, наверное, уже поразбирали все. Да, пятые поразбирали. Камешки поразбирали. Пустые оставили. Возьму себе красных немножко. Что тут еще такого интересного в стоке есть? Зенитки. 1800 зефирика. Свалено можно собрать. Вот такого, что надо, это можно вот этих. Хотя их тоже хватает на аккаунте. Забираю камни лучше. Надо будет качать потом скоро. И девятки, и остальные. Потому что скоро будут десятые. То есть лучше в запасе они будут. Них у нас хватает. Потом еще 3 заберу, забегу. Такс. Поехали в аккумуляцию. Посмотрим, что в аккумуляции есть интересного. Тоже позабираем. Рамхиру и Бигфута. Вот так вот. Так, план for prizes. Не буду заходить. В проспектор тоже забежим.
здесь тоже интересные бывают акции. 14 не хватит нам немножко. Здесь довольно-таки неплохо, видите, здесь огник на бесплатке, терроритетный уже даже. Special gifts. Понятно все. Ну вот так вот кучу плюх мы получили с вами. Поехали посмотрим, что тут интересного есть. Это сундучки, которые мы вчера, сумки, зефирки. Ну вот эти баги со скинами. Ну у нас скины в принципе все уже на максималку прокачаны. Вроде как я докачал все. Седьмые эмблемки. Так, чтоб не валялись. Вот это девятое. О, вот это самое интересное. О, неплохо так. Пару ремочек упало нам. Три ремочки, воодушки. СО, кстати, упало. Но плохо падает. На архидемона. Ну, извороты. Ну, извороты не нужны. И маскировочка. Отлично. Отличненько. Так, это что у нас? Шестые. Это у нас остались они. А, это у нас выпали они новые. О, заодно сейчас камней красных дофармим. Для обмена. Чтобы уже добить сундучки. Один плюс обновы для меня. Я могу здесь сейчас нормально хоть открывать сундуки опять. Вот это самые топовые сундуки, где можно достать камни девятые. И камешки такие. В общем, ждите теста интересного героя. И напишите в комментах, какого героя вы хотите увидеть. Постараюсь угадать то, что вы хотите. Такс. А, еще есть у нас девятая. О, 15 штук дала чисто фобу. Ничего себе. Чисто одного фобу нам дало. Это что у нас? А это восьмерка где-то у нас взялась. Так, отлично. О, еще одного надо обменять и все. В общем, вот так вот, ребятушки. Поехали еще на русский глянем. Может, там все-таки открыли. Или так и не открыли. Нет, так и нет. Ну, будем ждать. Все, всем удачи, всем пока.